Бытует мнение среди большого числа людей, что фантастика – это развлекательный жанр, в том числе научный. За мнение это следует сказать спасибо развлекательной индустрии, современным, в основном, создателям фильмов, игр и даже книг. Для них действительно фантастика – это про супергероев, драконов и монстров, что-то более-менее необычное и с экшеном. Но так было и, надеюсь, будет не всегда. Сейчас тоже попадаются серьезные произведения, Некоторые можно назвать литературой в первоначальном смысле этого слова. Однако в прошлом таких произведений было гораздо больше. Фантастика являлась просто способом нанести свои мысли, чаяния, страхи и надежды до человечества. Нанести в интересной, не спорю, форме, но она не была самоцелью. Фантастика, как сказал один известный писатель, это жанр, где гармонично смотрится то, что мы теперь называем плохими концовками. Конечно, есть там и хорошие, и открытые, и неоднозначные, и все остальные разновидности, Вернее, раньше были, до того, как нам начали насаждать сладкую вишню в сахаре под видом настоящей фантастической литературы. В наши дни на первый план выходит содержание, то есть сюжеты героя, зачастую однотипные, а не идея или мысль. Вспомните, например, знаменитый и до сих пор вызывающий мурашки рассказ Генри Катнера и Катрин Мур «Двурукая машина» про преступников, наказание и совесть. Кто-нибудь сейчас сможет написать не хуже, к тому же в форме рассказа? Сильно сомневаюсь. Этот рассказ силен не просто основными мыслями и идеями, но и воплощением. Он очень красив и при этом напряжен. Не хотят писатели, будем говорить о них, стремиться стать вторым Филиппом Диком или Харланом Эллисоном, ну или хотя бы быть самими собой, но не только оригинальными, а еще и умными авторами. Нет задачи донести мысль, хорошую, глубокую, всегда важную до читателя. Важнее развлечь и заработать на этом деньги. Разве может с подобным подходом родиться что-нибудь значимое в, мягко говоря, подвисшем фантастическом жанре, хоть в научной фантастике, хоть в фэнтези, хоть, не побоюсь этого слова, мистики? Вряд ли? Очень сомнительно. Скорее даже просто нет. А жаль, ведь как все хорошо начиналось, но ничего еще не потеряно, во всяком случае, до того времени, пока люди помнят и используют свою память во благо.